сидел. Так, я походу сидел. Ну что, слабо подняться наверх или нет? 45 градусов почти. Смотри, прет. Третья. Смотри, вышел. Вообще красава. Че, Ифан, мы не подымемся? Нет. Андрюк, я раздатку подержу, заебал. Андрюк, слабо. Снимай. Андрюк, слабо. Снимай, мы полторашку слабо возьмем. Две бери. Одна у тебя, заебал, ты снимаешь сзади. Да? А это следующий у нас участник нашего подъема вверх. Коля поехал выше. А, он там на развороте. Красава. Давай, Андрюха, не подведи. Тридцать пятые. Семаксы. Все как положено. Разгончик. Не, ну угол там реально крутой. Можно смотреть. А здесь еще круче. Серег, я снимаю. Не делай дубли. Пиздец, сейчас либо раздатку выбьет. Офигеть, вышел. Красава. А дальше что? Никто не пойдет, что ли, выше? Андрюха, похоже, дальше пошел. А, бля, он вышел на самую макушечку, ура! Коля еще куда сорвался. А, они с Игорьком поехали. О, Игорек пятака пошел крутить. Ну все, ребята пропали. Меня подождите! Колюха, ждем Колю. А, ты снимаешь? Да, я выйду. Давай. Обалдеть. Охереть. Дурачок. Передайте привет. Всем тем, кто заебался. Ребята, мы с вами. А уже с тобой поедем. Смотри, все решетки зеленые. Но он-то полный. Может, вода простекает? Подожди. Не, зеленая. Игорек. Пошел Игорек. Самый опытный и хитрый. Самый хитрый. Мы ищем легкие пути. Чижик. Ну так неинтересно. Я сбоку. Я снимаю. Кто-то должен быть за оператора. Ну, Андрюх, вы готовы? Бери только ли от бревна, чтобы бревно не уебаться. Не, и смотри, там видишь, пень торчит. Ага. Так, вы сразу Лехе позвоните, чтобы трактор заводил. Еще один наш участник. Мне уже хоть кто-то застрял сегодня. Вот чуть-чуть застрял. Ну да, маленько не вышел. Ну и что мы тут делаем? Кайфуем. Хорошего, кайфуем. Ё-моё, обалдеть!
как говорится, и что мы тут забыли? Мы забыли хорошее настроение и удовлетворение. Над на... Турки брали, не взяли, а мы на УАЗе. И пошли, 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 пошли. Игорёк, давай. В натяжечку. Пошла, 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 пошла. Вышел. Красава. Не должен, не сегодня. Как красава прошел. Не глядя. Наш страшный монстр. 11-я наша. Я говорю, жестовое, да, дубль. Жестовое 3. Пацаны, ура! Да поехали. Наш бесстрашный Николай. Военные мосты. Мне кажется, мы его будем снова доставать. Чего будем? Снова доставать. Ну, все, сейчас посмотрим. Да, все, будем доставать. Да, мне кажется, да. Ну, я думаю, что да. Сейчас он чуть вперед пройдет и пиздец он будет. Руль, если не вывернет. Нет. Все, готово. Все.
Добрый вечер, наш ласковый день. Какой я газует? Угу. Ему надо было в натяжку пускать. Лебедку доставай! Ну как это так, ё-мо, блин? 3 сантиметра разница по высоте. А вес какой? А, ну я вот и про это говорю. Коля легче, он как Нива гоняет. Раскатали, брод. Ага. О, не сдал! Вот это бы тебе не имется. Да не пройдет, он не пройдет. Нет. Прошел. А, смотри. А у левее ушли просто. И руль потерял. Вау! Тихо, тихо, тихо! Ё-моё! Опять раздатка выбила. Разбушевались. Андрюх, два лёд посмотреть на него.